25 мая в Староскольском городском округе пройдет акция «Время здоровья». Все жители смогут абсолютно бесплатно за один день пройти узконаправленных специалистов и получить от них консультации. О том, как проходит подготовка в поликлиниках города, мы сейчас узнаем. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться по поводу диспансеризации? Пожалуйста, третий этаж, 322 кабинет. Спасибо. Пожалуйста. Для начала прохождения диспансеризации необходимо заполнить анкету и уже вместе с заполненной анкетой обратиться в кабинет 322. Это мы сейчас и сделаем. На заполнение анкеты уйдет некоторое время. Для того, чтобы сэкономить его, вы можете распечатать анкету на сайте и заполнить ее дома. И уже заполненной анкетой обратиться сразу в 322 кабинет. После того, как я оставил анкету в кабинете 322, меня отправили на анализ крови и кардиограмму. Все граждане, которые придут к нам и пройдут диспансеризацию, получат возможность консультации врача-онколога, уролога для мужчин, акушера-гинеколога и мамолога для женщин. Также будет возможность пройти УЗИ молочных желез и органов малого таза. Результаты будут готовы сразу. В планах второй поликлиники принять за день около 200 пациентов. У поликлиники номер 3 порядка 100. Только на диспансеризацию. Первая поликлиника также примет участие в акции в эту субботу. Здесь будут работать врачи-кардиологи. Любой желающий сможет записаться к ним на прием, а при необходимости пройти УЗИ сердца. Приходить лучше с утра, натощак, чтобы была возможность взять кровь на сахар. Марк Борисов, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.